Друзья, я сегодня решил написать яблоню. Это очень красивое место. Дело в том, что я на академической даче. Здесь писал прекрасный советский художник Грицай. Вот эта береза за моей спиной – это береза, которую он писал. И она есть на некоторых работах его. Вот. И вот такой потрясающий вид открывается на воду. Но это, конечно, просто мекка для художников. Приезжайте на академичку, пишите. Здесь потрясающе красиво. Приезжайте осенью. Я прям в восторге и весь переполнен чувствами от увиденного. Так что добро пожаловать на академическую дачу. Так, работа завершена. Ну, что могу сказать? Я просто вдохновился этим мотивом. Я увидел эту красную яблоню, стоящую посредине зеленого поля, эти золотые березы наверху, и просто 10 минут стоял, это разглядывал и думал, мне мерещится или это вправду. Вот. Потом быстренько побежал, схватил все, прибежал с мольбертом, с зонтом, потому что солнце очень сильно бьет. Вот. И быстро написал за один сеанс. Вот. Скорее всего, к этой работе я больше не вернусь. Вот. Ну, буду писать дальше, искать места. Всем пока, до новых встреч.